Друзья, всем привет! В этом видео сегодня пойдет речь вот об этом ножике, который я однажды снимал видео и нахваливал его. И вот пришло время, так сказать, перед всеми зрителями извиниться. Я приношу свои извинения за этот нож. Смотрите, почему приношу извинения. Нож, конечно, хорошо выполнен, но у него выявился очень серьезный косячок один, просто неимоверный. Вот это вот лезвие, когда вот в открытом состоянии, значит, вот смотрите, вот он полностью открыт, и вот здесь фиксатор вот у этого ножа. Когда работаешь вот этим ножом, то можно столкнуться вот с такой неприятностью. Смотрите, он самопроизвольно выгибается, то есть вот этот фиксатор никак его не удерживает. Смотрите, раз, вот, и можно неимоверно пораниться. Вот смотрите, какая ерунда. Ножик, конечно же, от именитого производителя, вот тут видно, Метаба. Нож обыкновенный, как бы, так сказать, мерчендайзинг сувенирный от этой компании крупной. Компания, конечно же, всем известна, очень хорошая, Метаба. Но даже у Метаба вот есть вот такие косяки. Но это больше, конечно, не инструмент, это больше сувенирная такая продукция вспомогательная. Вот так вот. Но выполнен достаточно хорошо. Здесь вот хорошие в нем внутри пассатижи. В другом видео посмотрите, я ссылку оставлю под видео. Вот, собственно говоря, такой вот косячок, можно сказать, даже косячина. Это, конечно же, ну, большой минус. Вот, раз, вот смотрите, как вот он, видите, это не есть хорошо, но все-таки надо отдать должное, он сделан из точных деталей. Ну вот это вот не предусмотрели. Вот смотрите еще раз. Вот раз. Вот. Так вот. То есть вот так вот получается, надо его удерживать. Но все равно не получится никак его удержать, если вы какие-то делаете работы силовые. Ну то есть уже неполноценно. Вот на этом все. Всем спасибо. Всем пока.